Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать свою классную подборку книг по муляжу, макетированию, наколке, кто как называет. Здесь два разных издания, Льюис Кинг и Хайки. Хайки — это бывший промопресс, испанское издательство. Давайте посмотрим, собственно, что за книжки, в чем их красота, в чем их прелесть. Хочу вам их показать, хочу рассказать. Вот это два тома, первый и второй. Соответственно, давайте начнем с первого, посмотрим, что же там у нас красивого и интересного. Здесь у нас с вами платья, воротники, драпировки, узлы, объемы и рукава. Очень тоже все подробно. Вообще, за что люблю издательство Хайки, ныне ранее промопресс, за то, что они делают очень качественную литературу, и при этом все это подробно. Смотрите, начинаем с драпировок на древних статуях. Соответственно, все это посмотрели, смотрим, как что. И начинается основа, да, где у нас там долевая, где уток, какие материалы, как разметить манекен, как накалывать булавки и так далее. Все-все-все здесь они у нас показывают. Вся книжка построена по принципу комикса, как я это называю. 1, 2, 3. С короткими записями, как что подколоть, как что сделать. Видите, все детально, понятно написано, где что должно быть, где что не должно быть. Вот, кстати, отличие. Я помню, что когда мы учились, нас просили брать не беленую бязь и более плотную, чтобы она лежала жестче. Здесь прям тоненькая у нас бязь. Но why not? Тоже это все может быть. Вот это мы сложный такой штучку делаем. Как сделать вот такую? Тоже все здесь подробно-подробно рассказано. Видите, вот более сложное платье. Так, это мы на основу чего делали? Вот такое делали красоту. Вот она у нас накололась. Немножко ткань у них прям мнется так. Вот такой сложный топ, да? Кстати, много я такое видела в социальных сетях. Вот здесь показано, как это сделать. Так, вот такая сложная штучка по спинке. То есть все-все-все детально и подробно. Но я бы сказала, что это уже прям не совсем новичковый курс. Это уже такой больше в продвинутый идет. Потому что действительно сложные формы, непростые драпировки. Так, а вот у нас вторая. Это Volume 1, да? Volume 1, Volume 2. Ну, соответственно, том 1, том 2. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь еще более сложная, более продвинутая система. Тоже мы начинаем с основ. Несмотря на то, что том 2, все равно они основы не пропускают. И здесь у нас другие модели заявлены, да, относительно того, что мы будем накалывать. Но все тоже есть. Так что дальше. Вот такая штучка. Видите, пальтовая история. Так, вот такая сложная блузка. Вот такая у нас интересный рукавчик. Все тоже подробно. Так, а вот смотрите, в 3D отмоделировали, то есть накололи и в 3D отмоделировали. То есть авторы, конечно, все смотрят, все современные, все методики, все у нас здесь. Они их тоже используют и сочетают между собой. Так что вот, два тома. О, как бант красивый, интересный. Да, действительно очень интересно. Вот такая штука. Два тома издательства Хайки. Вот они, пожалуйста, к вашему вниманию. Оставлю ссылочку. У нас они есть в наличии в онлайн-магазине. Кому интересно будет, можно будет их приобрести. Ну, по крайней мере, вы посмотрели, что внутри книжек, вы теперь понимаете. Давайте теперь посмотрим. Это Advanced, а это Complete. Это, я думаю, что первое, а это продвинутый курс наколки. Начнем сначала. Комплект это, то есть абсолютно полный. Здесь у нас будет показан, ну, полный объем, как делать наколку. То, что начинается с базы, с того, как наколоть, разобрать, какие, как что драпируется, как что смотрится. Foundation of Draping. Так, замечательно. И как утюжить, как размечать. Здесь еще более детально все, где долевая, в какую как сторону. Вот смотрите, давайте я немножко так грубо пролистаю. Да, тоже они смотрят на статую и как это вот повторить то, что у нас красивое на статуе. Только там мрамор, а тут нам надо как-то самим это все. Так, вот смотрите тоже подробно.
юбки, вон платье какое-то красивое было, мелькнуло. Вот такую красоту они накалывают, вот оно есть. В обратную сторону сейчас я листаю. Тоже с пуговками совсем. Ну да, и здесь, смотрите, собрано много очень красивых платьев. Притом, я смотрю, широкий разброс исторических, то есть какие-то исторические вещи, при этом какие-то кинообразы, и при этом ну, делаем драпировку как на статуях или как на подиуме. То есть прям собрали такую выжимку вообще отовсюду. Но это очень интересно, я считаю. Вот даже брючки. Ой, брючки так накалывать. Я помню, у меня не было ножек у манекена. Прям это вот было целое. Целое. Ой, а это вот они джерси колят. Это не бязь, а джерси, чтобы она была мягкая. Тоже очень интересно. Готовые изделия, там, кимоно и так далее. Да, да, полный курс здесь получается. Вот какие-то более сложные исторические моменты. Все сюда они собрали. И автор у нас Каролин Кисель. И здесь точно такой же автор. Эта книжка считается advanced. Значит, самое сложное, самое продвинутое. Они в эту книжку поместили. Тоже большое содержание. И смотрим на красоту, которую нам предлагают. О, как я люблю этот стиль. Поль Пуаре. Да, это на Изуски Аппарели похоже, да? Кристиан Сирианос. Ну, вот не угадала, но похоже было на Эльзу. Она сейчас у нее очень достойный продолжатель, очень это интересно посмотреть. Так, ну, давайте скажем так, это вводная часть. Сейчас они тут показывают, рассказывают про материалы. А где же уже? Вот они сами наряды, которые мы будем делать. Что-то типа Vivienne Westwood получилось. Так, военная форма тут обрисовали. Да, вот более такие сложные аспекты. Брюки наколкой сложно делать. Жакет. Смотрите, какая сложная. Вью. Вот так вот наколоть тоже это целое искусство. Вот, сложные рукава. На маленьком манекене, кстати, вот работа на не полномасштабном, а маленьком. И вот более интересные и сложные детали, даже вот с использованием кружева сразу в наколку. Ну, конечно, оно все по-другому ведет. Его надо отдельно, когда у нас с вами идет дублирование. В общем, вот более сложные по текстурам, по структурам, по материалам и, естественно, по самой наколке. Вот даже мужские брюки колят. Обалдеть. Это, конечно, сложно. Вот, вот такие книжки. Кто занимается наколкой, кто занимается всем этой красотой, вот вам две книжки, два великолепных автора разных издательств. Все у нас есть в наличии, ссылочку оставлю под видео, сможете приобрести, если вам что-то понравилось. Теперь знаете, что в них внутри. Действительно классно, красиво, интересно, а главное, очень полезно. Если у вас появились вопросы и комментарии, пожалуйста, оставляйте. Я буду всегда их рада прочитать и ответить на них. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.